И сегодня же сенаторы одобрили закон о науке и технологической политике и сопутствующие ему законодательные акты. Документ подразумевает расширение социальных гарантий для ученых и преподавателей. Например, для кандидатов наук предусмотрены надбавки в размере 20 МРП, вдвое больше у докторов наук. Кроме того, ученые, работающие в вузах и научных организациях, смогут брать творческий отпуск с сохранением средней заработной платы. Предлагаемые изменения призваны обеспечить благоприятные условия для развития науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений.